Праздник, приуроченный к Международному дню инвалидов, прошел в районном дворце культуры «Созвездие». Вначале всех присутствующих поприветствовал глава Дмитровского района Валерий Гаврилов. После слов поздравления он отметил, что сегодня в районе проживает более 8500 людей с ограниченными физическими возможностями. Сегодня реализуется немало программ по безбарьерной среде. Активная работа ведется в общественных организациях. Пожелав всем здоровья и хорошего настроения, Валерий Гаврилов уступил сцену юным артистам, которые на протяжении всего вечера радовали зрителей своими концертными номерами. Здоровья телесного и духовного пожелал помощник благочинного церкви Дмитровского округа священник Дмитрий Скидоленко. Люди с ограниченными физическими возможностями – это, как правило, люди, сильные духом. Несмотря на свой недуг, многие находят себя в спорте, творчестве или же в общественной деятельности. Отчаяние и уныние – это грех, отметил священнослужитель, поэтому только с радостью и добротой в душе нужно идти по жизни. В праздничном концерте также принимали участие дети, имеющие тот или иной недуг. Наталья Нефедова вместе с юными балеринами исполнила красивую танцевальную композицию. На празднике аплодисментами и букетами цветов наградили работников некоторых социальных учреждений. Среди них педагог-психолог социально-реабилитационного центра «Остров надежды» Марина Боровкова, педагог-психолог социального приюта для детей и подростков «Дом доверия» Лариса Кострова и другие. Не остались без внимания и те, кому был посвящен этот праздник. Среди воспитанников Дмитровского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками есть титулованные спортсмены, которыми по праву можно гордиться. Среди них Светлана Фомичева и Виктория Львова. В этот праздничный вечер было сказано еще немало теплых слов поздравлений с Международным днем инвалидов, с праздником добра и милосердия.